Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре полупрофессиональный набор инструмента. Набор от компании Aloid NG4101P. Состоит набор из 101 предмета. Aloid — это фирма украинская, находится офис в Одессе. Это компания Vitol. Инструмент Aloid изготавливается в Китае, на заводе в Китае. Хотя, несмотря на то, что это, говорят, китайский инструмент, инструмент очень хорошего качества, уже проверен, у нас берут его и на СТО некоторые люди, и даже другой инструмент не покупают. Поэтому то, что Китай, это есть Китай хороший инструмент, то есть профессиональный, полупрофессиональный. Есть Китай, конечно, неизвестного происхождения наборы, те, конечно, по качеству будут очень плохие. Здесь в наборе два рабочих квадрата, квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Две трещотки, трещотки на 48 зубьев. Имеют реверс, переключение право-влево, быстрый сброс. Тут подсоединяете, можете быстро снять головку. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 260 мм. Рукоятка здесь резина плотная и вставки зеленого цвета, это пластик. Надпись на трещотке хром-ванадиевая сталь. Трещотки разборные, откручиваете два винта, можете обслужить внутренности или заменить. Трещотка под квадрат 1,4, длина ее 155 мм, также на 48 зубьев, имеет реверс, быстрый сброс головки. Отверточная рукоятка. Сама ручка из пластика здесь, имеет присоединительный квадрат, можно подсоединить трещотку или удлинить с помощью удлинителя дополнительно. Данная рукоятка в этом наборе применяется только с головками под квадрат 1,4. То есть здесь бит под квадрат 1,4 с переходником их нет. Вот здесь только под квадрат 1,2. Так, удлинители. Под квадрат 1,4 здесь три удлинителя. 155, 75 и удлинитель гибкий 150 мм. Удлинитель 155 и 75, они идут с шаром. Вот видите. Шаром это, то есть можете работать удлинителем, подсоединять головку и работать под углом. Она полностью вот ходит вправо-влево. Под углом можете откручивать. Если подсоединить чуть дальше, то получаете полностью вот. Она хорошо сидит. Нижние крышки инструмента очень плотно защелкиваются и другой раз очень трудно вытянуть его, но это хорошо, потому что он не будет у вас вываливаться. Два Т-образных воротка под квадрат 1,2 250 мм и под квадрат 1,4 11,5. Так, переходник под биты такой. Здесь биты под квадрат 1,2, общее количество бит 20 штук. Есть шестигранные, есть биты RIPE, есть биты TORPS, но шлицевые и крестовые здесь только отвертки. Дальше я покажу их. Забираете нужную биту, вставляете переходник, ну и подсоединяете или трещотку, или вороток. Две свечные головки 16 и 21 мм. Имеют внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Магнит. То есть, если у вас гайка упала где-то, труднодоступное место, его можно достать вот с таким вот магнитом. Общая длина его в таком развернутом состоянии составляет 60 сантиметров. Телескопический магнит. Головки. В наборе шестигранный профиль. Общее количество головок здесь 29 штук, 6 граней. Самая маленькая 4 мм. И самая большая головка на 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 226 грамм. То есть она довольно-таки тяжелая. Так, головки Торкс еще имеются в наборе. Здесь их 11 штук, Е4. Самая маленькая
и самая большая E18 Torx. Длинных головок здесь нету. То есть, в принципе, если кому это важно, вы можете докупить отдельно их. Верхняя крышка, и здесь две отвертки шлицевые и две отвертки крестовые. Рукоятки здесь плотная резина, имеет такую вот насечку, очень удобно держать в руке, не выскальзывает. И на ручке также имеется маркировка. Набор комбинированных ключей. Здесь их 14 штук. Самый маленький ключ здесь на 8 мм. И самый большой на 24. Плоскогубцы. Длина 180 мм. Рукоятки пластиковые. Так, клещи. Клещи длина 20 сантиметров. Разрезные ключи. 4 разрезных ключа. Обычно используются для трубопроводов. Для откручивания очень удобно. Размеры их здесь 8, 10, 11, 13, 12, 14 и 17, 19. Так, по комплектации все рассказал. По удлинителям. Здесь удлинитель под квадрат 1,2, если я уже упомянул, на 75 мм, также идет с шаром. Вот. Я уже показывал, как вы одеваете головку. И вот можете под углом, она входит у вас. Можете работать в труднодоступном месте. По комплектации все, визуально по литью самого инструмента. Единица инструмента, который в наборе. Но вот, беря головку, беря любую вот, или шарнирный кардан, все очень хорошо отлито, все отполировано, нету следов от литья, каких-то сколов, заусениц, то есть ставим плюс, то есть придраться не к чему. Два кардана не показал. Здесь в наборе кардан под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Карданы скреплены металлическими вставками, то есть они не разборные. Материал затопления – хром-ванадиевая сталь данного инструмента. Напыление здесь матовое и глянцевое. То есть, видите, головка половина глянцевая, половина матовая. Трещотки матового цвета – это напыление антикоррозийное. Теперь, как инструмент держится в верхней крышке набора, чтобы он у вас не выпадал, когда вы закрываете набор. Потому что это очень сильно напрягает, как говорят. Если вы хорошо зафиксировали его в верхней крышке, то, в принципе, все держится на своих местах и не выпадает. Набор, вернее, кейс состоит из двух частей. Зависы пластиковые, но внутри имеют металлические штыри. Запирание набора на металлические защелки. Защелки только две здесь. Теперь по кейсу. Вес набора составляет 11 кг. По ширине. Ширина его 55 сантиметров, длина 39, высота 9 сантиметров. Запирание я уже показывал на металлические защелки. То есть чем плавно закрывается, без каких-то либо усилий. Рукоятка здесь самая обычная. На верхней крышке надпись Alloyed с логотипом. Пластик. Пластик здесь средней жесткости, то есть при нажатии пальцем он хорошо пружинит. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, поставьте лайки, ставьте комментарии, если у кого был опыт использования данного набора. До свидания.